А в Пошехоне продолжаются работы по реконструкции площади Свободы и Пионерского сквера. После ремонта в исторической части города появится пешеходная аллея, двухступенчатый амфитеатр, будут созданы спортивные и игровые площадки, парковочные места, появится декоративная подсветка. К работам строители приступили в июне. Сейчас на территории начали укладывать тротуарную плитку, бордюр, прокладывают кабель для уличного освещения. Работы ведутся в рамках проекта «Город пяти рек и семи мостов», нацпроекта «Жилье и городская среда». На проведение работ выделено 62,5 миллиона рублей. Завершить реконструкцию должны до 1 октября текущего года. Вообще не знали, что здесь такие чудеса творятся. Ждем с нетерпением, когда будет здесь красота. Конечно, мы это видели, что там предлагалось. Сначала еще речь шла об общественном туалете здесь, так мы были против этого.